Тетяна Аннушка – фотографиня. Скільки себе пам'ятає, захоплювалася цим мистецтвом. Вчитися професійно вирішила в 2015 році, коли чоловік подарував першу дзеркальну фотокамеру. Закохалася в жанр «ньюборн». На зйомці об'єднує 4 професії – фотограф, декоратор, няня і психолог. Щаслива, що робить фотографії, які тішать людей. Доброго вам ранку. Вітаємо вас. Сьогодні ми говоримо про такий цікавий стиль, який до нас прийшов із-за кордону. Це в нас ньюборн. Фотографування немовлят. Причому не просто фотографування, а фотографування, ну, дітки, ну, не просто на фотографії, вони як на вкладиці. Фотографуємо, то ми їх давно, а от красиво, так, це саме з цим стилем. Розкажіть про цей стиль, як, де він з'явився, коли він прийшов до нас і в чому його особливості. Ну, якщо знаєте. Возник... Давно, очень давно, наверное, в 70-х годах. Вот так. Вот, да. Но к нам в страну пришел этот вид съемки, может быть, лет 10 назад. Есть фотографы, которые снимают, да, 10 лет, и вот они уже учат, и у них учимся мы. Это, ну, вот, например, я училась у Натальи Горбаченко. Вот. Фотосессия новорожденных бывает двух видов. Она бывает, вот как мы привыкли, это лайфстайл и есть позировочная. Як ви так гарно сформулювали лайфстайл? Тобто оця моя фотокартка, де я голенький, лежу на фоні ковра якогось там, звичайно, це лайфстайл, ви так назвали. Ну, ви можете фотографироваться самі і можете пригласити фотографа, который сделает уже не на ковре, например, там, на чистой белой кровати. Вот. И позировочная фотосессия – это, в частности, то, чем занимаюсь я. Ну, мабуть, оця от позувальна фотосесія, вона набагато складніша, тому що от щойно наші, скажімо так, глядачі дізналися, що в нас буде за тема, і перше запитання було, як вам вдається, от, по-перше, класти так спати дитину, по-друге, її ще й сформувати так, щоб можна було гарно сфотографувати. Бо іноді навіть просто важко вкласти, не те, щоб просто ще й сформувати. На самом деле все очень просто. Мы фотографируем детей с 7 до 14 дней. В это время дети еще практически все спят. Они спокойны, у них еще не мучает животик, никаких нету колик. Вот. И самое первое, это, конечно же, мама. Мама должна быть спокойна, счастлива. Вот. И просто, когда все хорошо у мамы, все прекрасно на съемке, и практически все дети спят. Есть тонкости, конечно, ну вот как мы говорим, там между собой. Три буквы Т. Ребенку должно быть тепло, тесно. Вот. И третье забыла. Да. Не важно, значит, не важно, и важно. Да. Вот, и все, дети спят, и укладываем мы их в позировки, которые естественные. Ребенок еще помнит все те позы, которые были в животе у мамы. Вот, и ничего мы другого не делаем. Он еще складывается компактненько. Он как пластилин, вы же, ну, как бы держали детей, вы же понимаете, о чем я говорю. И как бы самое главное желание родителей и взаимодействие общее наше, чтобы аура была у нас хорошая и все. Чи багато батьків погоджуються на такі фотосесії? Бо знаю, що є, по-перше, і забобонність. Я от люблю цих молодих мам, які, викладаючи фотографії в Інстаграм, вони ще обличчя закривають навмисне. Це одне. Смайликом. А тут навіть запросили професійного фотографа, щоб... Що? Мені це цікаво, можна запитаю? Давай, потім я вже свої запитання. Чи ви стикаєтесь? Дуже вірних дітей, людей. Діти, да, добре, що не дуже. Дуже багато, да, извините. Я не знаю, у мене теж були діти, я як-то була уверена в себе мамою і не прятала ніколи дитину. Але я з уваженням відношусь до всіх. Поэтому, если люди не хотят показывать ребенка, даже они, ну, приходят ко мне на фотосессию, но не разрешают, для них это важно. Вот, и я уважаю и не показываю. Ви закритими очима фотографуєте? Ну, ви не публікуєте у себе десь, я так розумію. Ні, я не публікую фотографії.
А родители у себя тоже в социальных сетях не выставляют. До певного часу, я так розумію. Нет, вообще, те, которые конфиденциальные съемки, они вообще не показывают детей. Ну, це маленький. Насправді нічого страшного в цьому немає. Не обов'язково все викладати у соцмережі, насправді. Ну, це смотрите, теж. Ну, у кожного є своє мнення. Ще є різні, да, національності. У них теж свої традиції, свої правила. Вот. Но на самом деле, там, как мы можем спрятать ребенка? Ребенок рождается уже не один на один с мамой. Там уже есть очень много людей. Ну, и так. Воздух везде тоже разный, все эти бактерии, все вокруг нас, и никуда мы от этого не денемся. Сказать, что там люди боятся сглаза, ну смотрите, теоретически сглазить можно и сквозь коляску, согласны, да? Ну, как бы... Я не дуже сходим, что існує в цьому така эзотерична движуха. Не обязательно туда может быть смотреть. Ну, все очень относительно в этой жизни, и... Все мы разные, все по-разному относимся, но я очень надеюсь, что люди будут смотреть на это по-другому, потому что на самом деле это бывает только один раз в жизни. Если мы можем какие-то съемки повторить, то эту мы не повторим. То есть вот у нас есть какой-то определенный период у ребенка, и все. А если даже вот в месяц уже придет малыш, он уже так не ляжет. Да, у него будут уже ножки прямые, ручки прямые, мы его не спозируем так красиво. Ну, еще они уже такие пухляки, в кадре они уже такие щекастенькие. Совсем иначе, так? Тобто ж гарно, але зовсім інакше. Да, да. Є скептики, які стверджують, що так можна дитину травмувати. Так це чи ні? Чи були такі випадки? Очень много міфів, да, ходять, но на самом деле всі позировки естественні. И как бы находится с малышом рядом все время кто-то. Ребенка мы не оставляем одного. Я фотографирую или с ассистентом, или с коллегой, или, например, семья приходит, которая как бы мне помогает. То есть мы с ними как бы беседуем, я объясняю, что надо делать, и все. Позируем мы на специальной такой подушке бинбэк, называется она, вот, и рядом стоит мама. Если, например, я позирую в корзине, то тоже как бы находится человек, который рядом с ребенком. Вот. Есть такие как позировки, например, когда ребенок лежит вот там. Mm-hmm. Вот, у ребенка, естественно, есть такой как бы рефлекс, он может оттолкнуться, то есть рядом сидит человек, который страхует ребенка, и все. То есть в это время ребенок очень крепко спит. Но вы же понимаете, что может там и дернуться, там, и все это, ну, как бы естественно все для детей. Поэтому ни на секунду ребенок не остается без внимания. Самое первое правило – это безопасность. Зрозуміло. Ви от почали вже говорити про якийсь специфічний реквізит для таких зйомок. Що ще є у вашому арсеналі? Що вас відрізняє від звичайних фотографів, які не немовлят фотографують? Окрім оцих няшечних всіх маленьких, маленького одягу. Да, для того, чтобы сделать разные фотографии, естественно, для этого надо иметь в арсенале очень много по цветовой палитре разных костюмов, обмоток, игрушек, веночков для девочек. И вот эта съемка, она этим и отличается. То есть, если я, например, прихожу к годовалому ребенку, да, я как бы фотографирую просто естественные какие-то кадры в его одежде. Женая же дорослую людину. Да, здесь, если я делаю лайфстайл, то есть я тоже приносят, ну, как бы ребенка в своей одежде. Это в основном съемка с, ну, родителями на ручках в их одежде. Если заказ как бы идет на такую позировочную фотосессию, то родители мне говорят, вам нравится такая-то цветовая гамма. То есть, например, там, девочки хотят желтое. Там, это. Чтобы маме начинаем... в Инстаграме гарно выглядело. Ну, не всегда, я же говорю, не все мамы показывают. Да. Вот. И подбираем, начинаем. У нас есть пропс-мастера по всей Украине, ну, как бы если за рубежом, ну, слава богу, в Украине тоже все нормально, в Николаеве есть девочки, которые шьют, вяжут. То есть это такая уже индустрия у нас. На развита, да. Кроватки у нас, мы используем корзины, бодейки, разные маленькие бочечки. Ну, то есть, я думаю, вдома пробувати самостійно так сфотографувати дитину все ж таки, мабуть, не варто.
Ну, не вийде в будь-якому разі так професійно, я думаю. Смотрите, професійно і професійно, а щоб дійсно... Весь оцей реквізит ти маєш на увазі? Реквізит, щоб не нашкодити дитині. Ні, може мама, чому? Ну, мама же чувствує ребенка. Ну так, я думаю, що навряд чи мама... Любая мама зможе сфотографувати. Для кожної мами ребенок красивый, как бы он там ни лежал, понимаете? То есть просто профессиональный фотограф сделает это, ну, более как бы красивее, и оно будет как фотооткрытка. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо вам, ми вже дивимося на годинник, так швидко пролітає час, ми вже маємо віддавати ефір нашим колегам з новин. Дякуємо вам, що завітали до нас, розказали нам більше про такий стиль фотографії. Спасибо за приглашение. Была очень рада с вами пообщаться. И мы были очень рады. И чекаем вас еще в гости уже с новыми стилями, с новыми впечатлениями. Спасибо вам большое.